Всем привет, мои дорогие! Мы начинаем новое видео. Я уже на кухне, почти все подготовила. Хочу пару баночек засолить огурчиков. Я уже подготовила, ну, сколько уйдет, 4-5 баночек. Уже начистила чеснок. Это с прошлого года у меня осталось здесь. И перец, и гвоздичка. Подготовила тоже чуть-чуть помидорчиков, потому что огурцы такие большенькие. И сверху, получается, буду еще долаживать помидорки. Сейчас мы вот попки я все поубираю, пообрезаю. Укроп, тут листочки, смородина и вишня. И будем делать с уксусом. Пару баночек на зиму. Огурцы помыла и обрезаю хвостики. Потом, получается, банки я простерилизовала. Буду ложить на низ листочки, укроп, потом огурчики, сверху помидорчики. Сварю рассол, рассолом залью раз. И, получается, потом солью этот рассол, этот же. Закипячу его еще раз. Получается, положу уже чеснок, перчик. И, получается, залью рассолом и буду закрывать. Уксус еще не забыть, да. Вот. И, в принципе, я всегда так солю быстро, легко и стоят, в принципе, хорошо. Маринад, когда я делаю, у меня нет точного рецепта, я делаю на глаз все. Это где-то получается 200 литров, 300 литров получается воды. В кастрюльку наливаю и туда кладу, получается, уже 2 столовые ложки соли и 1,5 ложки сахара. Это все хорошо закипит, когда покипит. Вот этим рассолом, получается, я заливаю на первый раз. Потом, получается, когда уже в баночке остынут, становятся чуть теплые, я опять сливаю этот же рассол туда же, получается, в кастрюльку, кипячу еще раз, и пока кипит, ну, пока закипит рассол, получается, я в баночке уже ложу чеснок, перчик, если с помидорками, можно гвоздику ложу иногда, и потом в конце добавляю уксус, 1/2 чайной ложки. На вот такие вот маленькие баночки, они, по-моему, 700 грамм, 800 где-то так баночки у меня. Где-то 1/2 ложечки я ложу уксуса. Я не люблю, чтобы было много уксуса. Ну, иногда могу тоже положить таблетку, это ацетилсалициловая кислота. Вот у меня тоже была, я по половинке положила в такие баночки. Ну, и тут сразу показываю обед, пока я делаю и огурчики, и обед. На обед у нас сегодня красная рыбка, хочу пожарить, пока вот замариную чуть-чуть, это чеснок у меня, итальянская приправа, соль и соя. С рыбы снимаю сразу же шкурку, потому что она в магазине продается не чищенная, вот эта шелуха на ней прям, поэтому я ее снимаю,
кладу всю приправу, что нужно, и часа два постоит в этом маринаде, и потом будем жарить. На гарнир у нас рис к рыбе, обычно мы делаем, но я уже не стала показывать, я обычно рис просто промываю и... Посылка с Амазона. Сейчас мы откроем с вами и пойдем ставить. Мы уже не дождемся. Попробую сама поставить, если получится. Ну вот, девочки, это новая крышка на унитаз. В наш, получается, туалет мы хотим поменять. Заказала я его в Амазоне. Недорогой такой, за 30 евро. Тут идет с детским, получается, сиденьем.
у Макса как бы есть свое сидение, и постоянно вот это вот его ставить, убирать, когда нужно, как бы не очень комфортно получается, потому что если Макс, он сам хочет на унитаз садиться, не дает нам, чтобы мы ему помогали, вот это сиденье синее, вот он стоит, вон сзади там, видите, наверное, получается, Макс его не может вытащить сам, поставить, а здесь, получается, идет, сама крышка поднимается, и там маленькое сиденье для него, и будет ему удобно, комфортно. Потому что у нас мальчик взрослый, уже не хочет, чтобы ему помогали. А вот мы решили вот так вот сделать, получается. Поставлю сюда. А ту, которая у нас была в этом, на этом туалете, поменяю на гостевой, поставлю туда. Потому что там у нас уже такая старенькая, поистрепалась вся крышка. Так что ее заменю и поставлю сюда новую. И будет Максик ходить сам на туалет. Конечно, он не ему тяжело будет самому залазить. У нас есть ступенька. Он сейчас эту ступеньку, получается, подставляет вниз и спокойно, хорошо залазит на этот унитаз. Очень нравится ему, довольный. Не вылазит теперь с туалета. С новой крышкой тоже в комплекте идет штучка такая пластмассовая, которая выкручивает шурупы, новые закручивает. Очень удобно, хорошо, потому что я, когда открыла все, посмотрела, сразу не поняла, чем откручивать. Думаю, какие-то ключи нужны или что, но у нас в доме такого нету. Ну, а потом как бы посмотрела, нашла вот эту вот пластмассинку, вот как раз я ей сейчас закручивать до конца буду. И он регулируется, получается. В принципе, очень классный получился, очень классная крышка. Она и снимается, там кнопочка нажимается, снимаешь ее, моешь, допустим, под душем можно помыть ее хорошо совсем. Потому что когда не снимается, это все равно не очень удобно. Вот эта тряпочка, залазишь под самый низ, там, где вот эти вот шурупики идут, все не очень удобно. А так, в принципе, снял, помыл ее и очень хорошо, классно. Так что перешли уже в гостевой туалет. Как я уже сказала, ту я сняла, мы ту выкинем, потому что та идет как... Это пластмассовая, получается, крышка, а там идет она деревянная крышка, и наверх на ней идет как пленкой обклеена, да? И эта пленка чуть-чуть в уголках уже начала как бы подниматься, и не очень красиво это будет, да, со временем все равно. Так что вот мы заменили. Ну вот, девочки, это уже следующий день. Уже на кухне готовлю обед. На обед у нас сегодня будут овощные манты и мясные манты. Сделаю таких, допустим, половинку и таких половинку. На мясные, получается, нам фарш я не стала делать. Делаю, получается, как рубленное мясо. Это идет мелкие кубики. Плюс туда идет капуста и картошка еще. Смешиваем все. Соль, перец, конечно. В овощные я буду класть, получается, цукини, морковка, картошка, лук и капуста. Это все перемешивается. Соль, конечно, приправы по вашему вкусу, какие вы любите, какие хотите, допустим. Все это перерезаем на мелкий-мелкий кубик, смешиваем, и уже, получается, заранее я тесто подготовила. У меня тесто просто я делаю иногда с яйцом, получается, иногда без яйца. В этот раз я сделала без яйца, просто вода и мука. Заранее хочу вам сказать, забегаю наперед, скажу, что овощные манты готовлю первый раз это. Нам очень понравились манты. У нас получилась половина мантоварки сделала я с мясом, и половина сделала овощные. Овощные у нас в первый же день ушли, а вот мясные остались уже на следующий день только. Так что, девочки, пробуйте тоже так сделать. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life.
wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Все, кто с нами, приятного аппетита. Вчера, кстати, вот засолила маленькие помидорки. Ну а на сегодня всем пока-пока. Увидимся в следующих влогах.